Самара от А до Я. Все самое главное о городе гости смогут узнать благодаря арт-объекту «Азбука». Он расположился на второй очереди Самарской набережной в фестивальном городке российской студенческой весны и раскрывает весь городской колорит. Арт-объект интерактивный, можно и послушать музыку, и посидеть на уникальных самарских трамвайных сиденьях. Я думаю, данная выставка дает очень крутую возможность познакомиться с нашим городом, потому что здесь не только какие-то скучные доисторические факты, да, здесь очень много душевного, локального, вот именно нашего самарского. На второй очереди Самарской набережной раскинулся целый ряд арт-объектов. Качели под облаками, бумажный кораблик, сад вертушек, самарская архитектура для детей и интерактивная видеобудка. Также гости фестивального городка смогут узнать историю российской студвесны, а также попробовать волжскую еду и напитки и выбрать себе одежду и сувениры от самарских дизайнеров. Здравствуйте, у нас инклюзивная ресурсная мастерская. У нас ребятки с инвалидностью и без делают эти работы. То есть вот за год это их работы. У нас три мастерских: текстильные, живописные и гончарные. Все гости могут поучаствовать и в различных интерактивах в многочисленных павильонах. Каждый день они представляют интересные программы, которые включают в себя творческие воркшопы, мастер-классы, лекции и круглые столы. А отдохнуть и развлечься можно будет на площади Куйбышева. Здесь также раскинулся фестивальный городок, будут проводиться концерты. Это прекрасный фестиваль, самый запоминающийся вообще в году. Я сюда приезжаю второй год подряд со своим коллективом «Атмосфера». Мы выступаем с чир-шоу. Команда у нас прекрасная. Фестивальные городки будут работать на протяжении всего фестиваля до 24 мая. Начинаться работа площадок будет с 12 часов каждый день. Каждый житель и гость Самары смогут стать частью большого всероссийского фестиваля. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов, Константин Головин. События.